Калининская милиция более и многочисленная, и решительная, и резкая где-то. Им нет, как говорится, времени быть спящими. Но и здесь очень высоко профессиональная милиция из-за того, что, ну, скажем так, есть определенная местечковость, и это объективное, нормальное явление. Эти люди живут вместе, друг друга знают. Это район, село, да даже и областной центр, людям вместе жить. И отсюда особенно ясно видно, что надо консолидироваться, надо, чтобы общество было примиренным, не расколотым. И я хочу сказать так, милиционеры здесь решают вопрос профессионально, грамотно, по-людски, как любят здесь говорить на Гродненщине, никого не обижая и стараясь решить вопрос, ну, максимально эффективно для всех сторон.